Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Муру аулядукум биссалати вагум абнау саба синин». Приказывайте вашим детям совершать молитву, когда их возраст достигнет 7 лет. «Вадрибугум алейхи вагум абнау ашра». И наказывайте, если, побивая их, если они не делают этого после 10-летнего возраста. «Вагу аль хадис хасан лагу шахид мин хадис сабра абн маабад». Этот хадис, то есть хадис от Абдулла абн Амра абн аль-Аса, является достоверным, подтверждает его вторая версия хадиса, то, что мы упомянули, от Сабра ибн Маабад аль-Джугани. «Вагаза гуа мин хукука ля улят аля абайм». Это является из тех прав, которые имеют дети на своих отцов. «Ан я муругум биссаляти и забалягу саба синин». То, что те обязаны приказывать совершать молитву своим детям, когда их возраст достиг 7 лет. И в этом указании баракулуфикам на то, что самым важным после обучения единобожия для ребенка, единобожием ребенка вашего, является что? Обучение его молитве. И, соответственно, все то, что связано с молитвой, то есть обучать его омовению, обучать его скрытию аурата с равных мест во время молитвы, обучать его направлению молитвы, обучать его чистоте одежды и чистоте того места, где совершает ребенок молитву, обучать тому, что делает молитву недействительной, или что уменьшает награду за молитву и так далее, и тому подобное. Всему этому нужно обучать людей 7 лет. И самый простой метод, особенно для мужчин, это брать своих детей в мечеть. Брать своих детей в мечеть. Чем больше ты берешь своего ребенка в мечеть, тем быстрее он научится молитве. И, соответственно, что касается женщин, то мы знаем, что основа, что женщины должны находиться в домах. Мать, как только исполнилась девочке 7 лет, должна начать обучать ребенка молитве. И 7 лет, баракаллаху фикум, это не 7 лет по солнечному календарю. 7 лет, баракаллаху фикум, это по лунному календарю. То есть, грубо говоря, примерно когда твоему ребенку будет 6 лет и 9 с лишним месяцев, все, ты становится, для тебя становится обязательным начать обучать его молитве.